каких супергероев и из каких мультиков ты знаешь? Я Черепашку-ниндзю знаю, Леди Баг знаю, знаю еще Лапу, знаю еще. Я не знаю больше каких. Больше супергероев? Щенячий Патруль. Я смотрела про Человека-паука. Какой силой обладают твои любимые супергерои? Черепашка-ниндзя спасает город от вызов. Я не знаю, какая у них суперсила, но Леди Баг сила вот божьей коровки, а вот суперкота кот. И они спасают город от монстров, когда селяются в других. Мой супергерой любимый. Я люблю смотреть разные фильмы про Марвел, и мне там нравится Человек-паук и Халк. И еще Тони Старк. Но мой самый любимый супергерой – это Человек-паук. Он умеет пускать паутину и лазить по стенам. А еще спасает людей и дерется всякими врагами. Это Леди Пчела. Она супергерой и может ужалить человека, и он замрет, как статуя. Соник. Он умеет очень быстро бегать. Он умеет молнией скручиваться. И он умеет спасать людей. Если бы ты стал супергероем, какой силой бы обладал и как бы ее использовал? Я хотел суперсилу колдовать. Кто у меня спросил, я наколдовал. Я бы хотела летать. Я бы могла увидеть разный мир. Сила катаклизма. Сила катаклизма — это сила суперкота. Он вызывает катаклизм. И к чему он прикасается, то сразу разрушается. Пускать паутину и лазить по стенам. Мне уже на Новый год подарили игрушку Человека-паука и гоблина. А еще у меня есть перчатка Человека-паука. У меня был, конечно, костюм, но он уже весь разорвался, и мы его выбросили. У меня есть перчатка Человека-паука, а еще там в коробочке было такой вот аппарат, где он пускает паутину. Нужна ли суперсила для добрых дел? Как менять мир без особых сил? Нужна и не нужна. Потому что, например, если там кто-то в опасности, надо суперсила. Если просто надо убрать игрушки, нет никакой силы. Нет. Я помогаю моим друзьям, что вынести что-то. Игрушки, например, вынести. А родителям помогаю убираться, мыть посуду, стиральную машинку загружать. Добрые дела можно делать даже без суперсилы. Например, убрать мусор на всей планете.